Добрый день! Сегодня готовлю холодную закуску Рафаэлло из крабовых палочек. Для этого беру 200 грамм крабовых палочек, 3 яйца, 100 грамм сыра твердых сортов, 2 зубчика чеснока и немного майонеза. Сперва беру крабовые палочки и пропускаю их через мелкую терку. Готово! Откладываем небольшое количество крабовых палочек в другую емкость. Это у нас для украшения. Так, я думаю, столько достаточно. Убираем, потом в конце она понадобится. Точно так же через маленькую терку пропускаем наши вареные яйца. То же самое проделываем с сыром. Остается чеснок. Пропускаем его также через маленькую терку. Заправляем полученную массу майонезом и хорошенечко перемешиваем. Из полученной массы слегка влажными руками скатываем небольшие шарики. Примерно такой, можно чуть поменьше. Обкатываем их в отложенной стружке. И получается вот такая рафаэлка. То же самое проделываем с оставшейся смесью. Получились вот такие красивые и очень вкусные рафаэлки. Очень вкусная закуска. В идеале подать ее под листьями зеленого салата. Я вот украсила маслинами. Хотелось бы добавить, что крабовые палочки для обсыпки нужно оставлять чуть больше. У меня вот немного не хватило, но ничего страшного. Главное, что это очень вкусно и красиво. Приятного аппетита! На этом все. Подписывайтесь на канал. Впереди вас ждут еще множество интересных и вкусных рецептов. До новых встреч!